Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. В сегодняшнем видео у нас вторая часть лучших лайфхаков для школы. Поехали! Если на школьном Wi-Fi заблокирован сайт, а вы хотите на него попасть, просто пишем кэш, двоеточие и сайт, на который вы хотите попасть. Если ваша ручка стала плохо писать, поднесите ее стержень к огню на пару секунд. Теперь ручка пишет намного лучше. Если вам срочно нужна стерка, а на карандаше она стерлась, просто заточите место со стеркой на карандаше. Если вы не хотите, чтобы вам в дневник поставили плохую оценку, то место, где должны поставить оценку, натрите обычной свечкой. Если вы хотите сделать беспалевную шпаргалку, то приклеите к линейке кусочек бумаги. Напишите на бумаге то, что нужно списать, и положите на чистый лист бумаги. В любой момент вы можете подсмотреть эту шпаргалку, и никто этого не заметит. Надеюсь, такое видео было для вас полезным. Если это так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и по желанию напишите какой-нибудь комментарий. Всем пока!